Пройдет ли Алтайский государственный технический университет аккредитацию, станет известно на следующей неделе. Об этом на пресс-конференции заявил исполняющий обязанности ректора вуза Андрей Максименко. Напомню, с 25 апреля университет работает без аккредитации. Получить ее значит получить право выдавать студентам дипломы об окончании вуза. Все высшие учебные заведения каждые 6 лет должны подтверждать это право. В этом году один из ведущих университетов края не предоставил необходимые документы в срок и лишился аккредитации. А ректор Александр Ситников был уволен с должности. В июне в политехе побывала специальная комиссия из Рособорнадзора. Ее решение о продлении аккредитации станет известно на следующей неделе. Исполняющий обязанности ректора на строен оптимистично. По регламенту работы Рособорнадзора они должны вынести свой вердикт по истечении максимум 105 дней после принятия документов по существу от того или иного университета. Это помните фразу, да? Таковый закон заканчивается у нас в начале 20-х чисел июня.